Посвящение – важное событие в жизни первокурсника. Многие утверждают, что только побывав на нем, можно гордо назвать себя студентом. Все первокурсники боятся, что над ними будет издеваться на посвящение. Но когда они сюда пришли, они были приятно удивлены и вообще даже сначала не поверили в то, что здесь происходит. С посвящением связано много мифов и небылиц, но мы вас уверяем, все это неправда. Не верите? Убедитесь в этом сами. Более 200 первокурсников собрались в эти выходные для того, чтобы познакомиться и стать одной большой семьей. Здесь, на биостанции университета, весь день проходили испытания на прочность бывшие школьники. Посвящение состоит из нескольких частей. Первоначально это тренинг, который помогает ребятам познакомиться друг с другом. Вот. А затем у них происходит так называемый квест, то есть они проходят по различным станциям, где старшекурсники дают им определенные задания, и эти задания первокурсники должны выполнить. А выполнить первокурсникам предстояло многое. По всему лесу раскинулись точки с конкурсами, которые помогли сплотиться, развить командный дух и, конечно же, повеселиться. Испытание называется «Бабочка». Здесь, в общем, канаты натянуты крест-накрест, и они должны перебраться по ним с одного края на другой, не касаясь земли. Ну, вообще, на данном испытании, ну, это наше испытание, в общем, они должны проявить, ну, внутренние свои какие-то качества, как бы, ну, во-первых, это морально надо поддерживать, с другой стороны, нужно думать, как бы, как быстрее пролезть, и с другой еще стороны, это смелость. Точек с разными испытаниями было более 10. Бегать по лесу студентам ничуть не трудно, ведь командный дух помогает преодолеть непростые конкурсы, а значит, стать одной командой. Здесь просто невероятно классно, мы бегаем туда-сюда, выполняем очень интересные конкурсы, просто хорошо проводим время и становимся настоящими биологами. Команда синяя, слушай. Ощущаешь, что ты на самом деле студент? Да. Для тебя это так? Это ощущается каждым упражнением, каждым занятием. И сейчас команды, которые еще не были на кухне, все просто... Все добры к тебе, все относятся к тебе хорошо. Организаторы из года в год стараются сделать этот день незабываемым, ведь именно с посвящения начинается взрослая студенческая жизнь. Здесь потрясающая атмосфера, все счастливы, у нас царит мир, добро, любовь и так далее. Первокурсники активные, позитивные, они делают все, они очень довольны тем, что приехали, они на позитиве. Слушайте, насколько они рады сегодня. За время пребывания на биостанции первокурсники научились слушать друг друга, быстро принимать правильные решения, рисовать и, конечно же, танцевать. Флешмоб в знак дружбы станцевали 200 с лишним человек. Алина Хангареева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.